В следующий раз мне продолжить историю с этого места? Ха-ха-ха!
Yeah.
Продолжать отсюда? Хорошо. Ты, наверное, думаешь, почему я позволила этому случиться? Так много людей погибло. И так много еще погибнет. Королевство лежит в руинах, а принц выброшен на улицу, и за ним охотятся, словно за преступником. Но я видела не тебя. Мне видны все возможные окончания. И это самое многообещающее из них. Теперь принц может смотреть на вещи с правильной стороны. Гляди. Сейчас ты увидишь, о чем я говорю. Так, куда я убрал клинки?
резерва. В чем дело? На случай, если я не смогу больше это сделать. Тварь, я предлагаю тебе вечную жизнь, и вот как ты меня благодаришь. Тем приятнее будет изменить тебя. Приветствую, принц. Что, не таким ты представлял возвращение? Убить меня? Я бессмертен. Возможно, но тебя можно победить. Ты заплатишь за то, что сделал с моими людьми. Сделал? Я принес им добро. Должен поблагодарить меня. Они живут среди чудовищ и служат твоему безумию. Такова цена прогресса. Ты ловок и умен. Я был бы рад завербовать тебя в свою пару. Но за... Получив тебя в свою коллекцию трупов, я тоже буду рад. А я убрал клин. Oh!
невозможно, но тебя можно победить! За то, что сделал с моими людьми. Сделал? Я принес им добро. Ты должен поблагодарить меня. Они живут среди чудовищ и служат твоему безумию. Какова цена прогресса? Ты ловок и умен. Я был бы рад завербовать тебя в свою армию. Но заполучив тебя в свою коллекцию трупов, я тоже рад. Этот мир не предназначен для меня. Но есть и другие миры. Я найду свой дом так же, как ты нашел свой. Прощай, принц. Твое путешествие подошло к концу. В чем дело? Все, что принадлежит тебе, мое по праву. И всегда будет моим.
чего ты ожидал? Вот, когда ты убьешь Сесири, я просто возьму и исчезну. Какой ты глупец. Твоя ярость, твоя гордыня, твой эгоизм — все это питало меня и придало мне форму. Даже без песка у меня остаются силы, а с уничтожением визири я смогу занять твое место, править королевством. И с этим тебе ничего не поделать. Твоей возможностью управлять самим временем ты мог бы стать величайшим правителем в истории всего мира. О, в каких войнах ты бы мог сражаться? Какие памятники воздвигали бы в твою честь? Какими женщинами ты бы обладал? Но ты подвел меня, принц. Ты стал мягким и добросердечным. Мои попытки направить тебя на путь славы были бесплодными, и тогда я стал ждать удачного момента для удара. Империи на свете. С той мощью, что была у тебя в руках, ты мог бы стать повелителем всего мира, но ты потерял власть, принц. Я восстановлю справедливость. Все это будет моим! Ты всего лишь паразит! Ты не достоин власти! Неужели? А я думаю, я ее заслужил. Ты думаешь, ты был бы здесь, если бы не... Сколько раз я спасал тебя, расчищал тебе путь, убивал врагов, напоминал тебе о твоем долге. А все, что делал ты, плакал в своем отце, Кайли, Фари, и постоянно попадал в беду. Не так ли, принц? Твои слова пусты. Пусты, как и были всегда. Ты всего лишь эгоистичный призрак. Если я и эгоистичен, то только потому, что эгоистичен ты. Если я жесток, безрассуден и аморален, это потому, что таков ты. Я не возник из эфира. Меня не призвал к жизни злой визирь. Я — это ты. Нет. Я признал свои ошибки. Искупил грехи своего прошлого. Я больше не тот, что был раньше. Времена меняются. Вкусы меняются, но люди... Люди не меняются никогда. Ты обманываешь себя, думай иначе. Не сражайся со мной. Опусти меч. Прими. Сразить, как остальных своих врагов, так бей своим мечом, принц. Мы знаем, как это работает. А твоя жестокость, твой гнев лишь делает меня сильнее. Я хочу спросить, ты действительно изменился? В конце концов, я все еще здесь, перед тобой. Принц, оставь это место. Оно заполнено горем и злыми намерениями. Не гоняйся за тенью. Уходи! Проснись! Я поведу тебя. Нет! Что ты делаешь? Не игнорируй меня! Не оставляй меня! Нет! Проснись. Проснись. Фара? Ты в порядке? Думаю, с этим покончено.
Осталось кое-что непонятное. Откуда тебе было известно мое имя? Люди думают, что время — это река, несущая свои воды в одном направлении. Но я видел лик времени. И говорю тебе, люди ошибаются. Время — это океан объятый бурей. Ты хочешь узнать, кто я и почему так говорю? Пойдем, и я расскажу тебе историю, подобной которой ты не слышала никогда. В следующий раз я продолжу мою историю отсюда.